Обязательно, потому что цели ставятся громадные,
планы амбициозные, поэтому ни в коем случае. Какой у тебя план на этот год? Ну, на этот год сапфир. Запомните ее! Мы будем ее поздравлять уже скоро с 2-5 званиями. Старше золотой сапфировый директор. Спасибо большое. Спасибо тебе, Юля Гульнарочка. Поделись, пожалуйста, своей историей успеха. Откуда ты? Как давно ты в компании Oriflame? И что ты сделала такого оригинального, что закрыла сразу два звания? Добрый вечер, уважаемые гости, коллеги и лидеры компании Oriflame. Меня зовут Гульнара Романова, я с города Уральска. Всех нас сегодня в этом зале, всех нас сегодня в этом зале собрала большая любовь к компании. И, конечно же, наша общая цель – привлечь как можно больше людей к нашей работе, к нашей интересной работе. И дать возможность почувствовать себя красивыми, ухоженными благодаря продукции компании Oriflame. И самое главное, конечно, принести доход в наши семьи. Я в компании Oriflame с 2014 года. Меня пригласила в эту компанию, не секрет, моя подруга, моя самая лучшая подруга, в данный момент еще мой спонсор, Юлия Парвакина. Я работала торговым представителем, и вроде бы она все устраивала, но было все кино. Это вечная ходьба, это вечные бегания по магазинам, больные ноги вечные. И хотелось что-то поменять в своей жизни, хотелось поменять свою работу. И Юля, как будто бы услышав мои мысли, пригласила меня попробовать зарегистрироваться в Oriflame, попробовать себя. Я подумала, почему бы и нет. Собственно говоря, ничего такого страшного, никакого риска абсолютно, никаких вложений. И я дала Юле свои данные на регистрацию компании. И вот я начала работать. Открыла свою ветку и потихонечку работала. И вот полетело 2 года, и я уже в своем закрытом звании золотого директора, чем я очень горжусь. Хочу сказать огромное спасибо своей команде, своим девочкам, Сайфуллин Саиде, Аштаева и Гульшат. Аштаева и Гульшат – это тоже такой живчик наша девочка, это моя девочка, она с города Усть-Каменогорска. Вот. Хочу большую благодарность выразить своей подруге, моему спонсору Парваткиной Юле, которая всегда была рядом, которая ни один мой вопрос не оставляла без ответа. Вот. Спасибо тебе, Юля. Спасибо большое компании, за которую предлагает нам такие уникальные возможности. Вот. Свои деньги я еще не потратила, я их коплю. Мы хотим улучшить наши жилищные условия. Какие планы у нас на этот год? На этот год я хочу открыть сапфир. Отлично, аплодисменты! Спасибо всем сидящим в зале за ваше внимание. Извините, что волнуюсь. Хотела сказать много, но достаточно пыльцевые головы. Аплодисменты! Сейчас хочу пригласить лидерский совет города Уральска. Есть!